Пора выяснить, что делают эти самоцветы. Надо вернуться к статуе Шивы и Кали и установить найденные самоцветы.
Шива держит в руке пустую оправу для самоцвета. Надо встать на весы, чтобы опустить руку Шивы, а затем поместить найденный самоцвет в оправу. Самоцвет не дает нужный эффект в тени. Надо встать на весы, чтобы поднять руку Шивы. Обе руки Шивы должны излучать свет. Надо поместить найденный самоцвет в оправу на руке Шивы. Thank you.
Надо каким-то образом приподнять весы, чтобы рука Шивы оставалась внизу. Надо затолкать клетку под весы, чтобы рука Шивы осталась внизу. Похоже, что мне надо отразить свет, исходящий от рук Шивы. Надо спуститься вниз и поменять положение малых статуй, чтобы они отражали лучи света от Шивы. Thank you.
Этот пол наверняка проломится, если приложить достаточное усилие. Надо подцепить статую ноги захватом и обрушить ее на пол.